Салам алейкум, друзья! С вами Альтер, вы находитесь на канале Чегеря, а вот это прослушка. Вот и настал тот самый день, когда я добрался до альбома Кисло-сладкого и Бона. Очень много комментариев писали, практически под каждым видосом. Наконец-то нашел время заценить, прослушать. Так что давайте не будем тянуть. 10 треков, я думаю, быстро все это пролетит. Не такие длинные. Один только, 4.34, но там ремикс какой-то. Ладно, погнали. Скриптонит стайл, короче. Ок. Начало мощное. Очень даже неплохо. Круто. И Боны крутой, и кисло-сладкий прям. Ощущение. Ну и фиг знает, что нас ждет дальше, конечно. Очень даже круто. Лучше бы этот трек был открывающим. Ну как интро, а не табло. Там мне какая-то непонятная. Итак, No Hook. Это наш год, как и наш время. Нежданчик. Флоу, короче, вот напоминала. Пизду спрячьте понты. Я тут кисло-сладкий. Красивые пиздаты. Обожаю, когда звук вот такой вот отдаленный, где-то там в глуши, типа. Сэмпл знакомый. Чтобы вы понимали, ну, я организатор вечеринок, кто не знает, и у меня, ну, типа, команда диджеев. И один из диджеев включает этот трек, ну, Ирину Кайратовну и вот кисло-сладкого и Бона. А я об этом треке узнал, когда смотрел сериал «Шакер». И я такой, оп, когда первый раз услышал то, что он включил, он такой. Вообще, был приятно удивлен, ну, качает тему, короче. На связи трек Билла, это тоже мило. О чем вообще, конечно, в припеве, фиг знает. На вкус. Мощные у них тут сэмплы, вот что я скажу вам. Вот опять же, очень круто начинается. Сейчас будет разъёб. Я впервые пробую эту суку. На вкус и не стремаюсь. Очень круто. Слышно то, что пацаны прям, ну, повзрослели в плане зла, написания текстов. Пятый трек, а альбом уже круче банданы. Всех на культуру.
Тут прям бэнгер на бэнгере, короче. Просто передохнуть не дают. Все треки разъебывают. Чё там учили нас, не поливали, в Америке не были. Где вы были, когда было модно быть худенькими? А мы суетимся, бегаем. Просто подъехали, бэнгеры. Вот только я говорил про бэнгеры. Прикольно. Крутой трек. Стелс Траволта вот прям очень понравился. Так тарарак. И, по-моему, я тоже слышал. Ну, в Шакере, наверное, было. Эта сука на коне, я тут вчера с ней был. Пацы говорят, мне не нужно уделять особо свое время. Не знаю, что у тебя в голове, но я танцую в Алмате, все окей, не болей, Вы такого еще не видали, ну такая, на фон. Просто слушать. Тут вообще для меня есть, честно, все песни, ну так, если я на фоне услышу, то будет нормально, типа. Как у нахуй сон с утра на двиденьке? Классный бит. Классный трек. Прикольно, мне понравился. Больше всего пока, по-моему. Так, и последний трек. Dope Boy. Вот и все. Не было outro тут. Можно было бы добавить тоже болтовню какую-нибудь. Короче, альбом в принципе неплох. Одни бэнгеры. Вот. Больше всего мне зашел трек «Налегке». Я бы его вообще в конец поставил, потому что Dope Boy как закрывающий альбом, ну, трек закрывающий альбом, что-то как-то, не знаю, не вкатил. Просто вообще вот что-то прям скучно стало. «Налегке» прям очень круто. Также «Бэнгеры», «Бэнгерлер», «Амджелама», «Ок», «На вкус культуры». Да все практически прям, ну, я не знаю. Короче, классная работа. Ну, стрельнул, конечно, наверное, MGLMA, потому что
знакомый всем припев, вот. Но вообще, в принципе, неплохо. Еще раз повторюсь, ну, такое, ну, лично я не буду прям слушать все треки подряд и так далее. А так, ну, парочку можно себе закинуть в плейлист, там, какое-то время прослушать, все. Я особо не любитель уже такого музла, вот. Но повторюсь то, что вообще, если эта музыка будет играть на фоне, то вообще комфортно будет ушам, потому что все вроде как очень круто. Да, слышится там где-то флоу чей-то, где-то использовали, ну, сейчас никуда без этого. Да и мне кажется, да всегда так использовали, копировали как-то, по-своему преподносили и так далее. Не то чтобы я вот чисто их выгораживаю, тут много-много таких было исполнителей. Вот, короче, по-моему, даже мне больше этот альбом понравился, чем предыдущий, который у них был. Я, если честно, даже не помню, там треки-то какие были. Все, по сути. Мне тут больше нечего сказать. Как вам альбом, как вам реакция, пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание, всем пока. Check it out.